Самая важная победа в жизни каждого – это победа над самим собой. Мы на проекте «Я смогу» – третий сезон. В этом сезоне у нас 1200 участников от 3,5 до 73 лет. 8 категорий и 3 месяца, чтобы доказать, для человека, который чего-то хочет, нет ничего невозможного. Здесь будут адреналин, драйв, победы и, может, даже поражение. Оставайтесь с нами, и вы увидите, как сбываются мечты. С каждым днем наши участники становятся сильнее, быстрее, выносливее. Они продолжают удивлять нас своими результатами, покоряя все новые и новые вершины. В самом начале они думали, что не продержатся и неделя, а сегодня уверенно двигаются к финалу. Мы с категорией CrossFit, и они докажут нам, что нет пределов человеческих возможностей. Понравилось это направление, оно близко мне по духу, мне нравятся силовые упражнения, мне нравится высокая кардионагрузка, поэтому я выбрала именно кроссфит. Кроссфит – это, скорее всего, и тяжелая атлетика, и легкая атлетика. То есть помимо того, что мы подтягиваемся, что мы работаем со своим весом, мы работаем с гирями, с гантелями, мы работаем также и с кардиотренировками, то есть бег, прыжки, отжимания, бёрпи, то есть сочетание всех стилей, грубо говоря, и тяжелый, и легкий. Кроссфит, он, в принципе, развивает все качества, необходимые человеку. Это и сила, и ловкость, и скорость, и человек должен быть постоянно готов. Мы подготавливаем спортсмена, компетентного в любом виде активной деятельности. То есть, будь то это спорт, будь то какое-то другое фитнес-направление, мы даем настолько широкую базу, что человек потом может остаться в кроссфите и прогрессировать дальше. Тут рамки не ограничены, вплоть до Reba CrossFit Games. А может человек перейти в другое направление, в тренажерный зал, в тяжелую атлетику, в гимнастику, и там у него будет уже хороший фундамент, на котором он сможет построить свою дальнейшую подготовку. Проект длится, по-моему, уже месяца полтора. Мы уже сбились немножко со счета, так втянулись в тренировки. Научились многому, научились базовым упражнениям кроссфита, техники, как правильно стоять, поднимать штангу. Научились подтягиваться, отжиматься. У нас увеличилась выносливость. Многому уже научились. Думала, что будет легче, скажу честно. Вот, но... Это очень весело, все это захватывает, классно. В общем, очень нравится. Я не представляла, что он настолько меня затянет, кроссфит. Отношение к этому виду спорта, конечно же, изменилось. Я думал, это будет на порядок легче, но я оказался неправ. Это достаточно таки тяжело. Это и сложно, и нет. Нельзя ответить, потому что, конечно, когда мы делаем комплексы, нам кажется, что вот мы не можем сделать, но мы еще делаем после этого 50 раз и понимаем, что это не предел. Так что и да, и нет. У меня не все с нуля. До проекта я занималась дома, но тоже силовыми упражнениями. И думаю, что все-таки нужна какая-то база, потому что тяжело с нуля. Но все реально. Мы делали сначала силовые тренировки, поднимали уровень выносливости, мобильность суставов, растяжки очень много было, ознакомление с упражнениями и много уделялось внимания психологической подготовке, потому что в кроссфите не только физическая составляющая важна, но также еще и психологическая подготовленность. Тренировка строится следующим образом. Сначала у нас разминка, потом силовая часть тренировки, то есть это либо там присед со штангой, либо становая тяга, или другие какие-то упражнения. Потом у нас идет комплекс. Комплекс заключает в себе несколько упражнений на выносливость, чаще всего комплексы на время, то есть кто быстрее. Вот этот вот азарт соревнования, он присутствует на каждой тренировке, хочется быть лучшим, первым. Несмотря на то, что кроссфит – это постоянная вариативность, то есть разные тренировки, программа была прописана изначально, от самого начала до самого конца проекта. Плюс-минус там 5-10 килограмм на каких-то движениях, но схемы все тренировочные были прописаны так, чтобы ребята, придя с улицы по программе on-ramp, то есть с начального уровня, спокойненько въехали в тренировочный процесс.
Нет, моментов бросить не было, но были моменты на тренировках, когда ты уже делаешь из последних сил, у тебя не получается, у тебя жутко болит все, у тебя жуткие мозоли, и были и слезы, и нервы, но уйти не хотелось. Я смогу, что я все равно этого добьюсь, несмотря на то, что у меня этого не получается, я все равно стремлюсь к чему-то лучшему, стремлюсь это познать, этому научиться, бросить ни в коем случае никогда не было таких мыслей. Нам очень повезло с тренером. Наш тренер каждой тренировке подготавливает для нас что-то особенное. И каждая тренировка проходит на ура, очень тяжелая, после которой мы с большим трудом доходим до душа. Но мне кажется, это очень хорошая тренировка. Тренер ищет подход к каждому, переживает за каждого. Несмотря на то, что у нас получается, что не получается, он ни в коем случае не кричит на тебя, то есть он стимулирует, но ни в коем случае не говорит, вот если ты это не сделаешь, все, ты уйдешь. Нет, ни в коем случае он всегда поможет, всегда подскажет. У нас тренеры лучшие. Пришло понимание кроссфита, пришло понимание своих сил, пришло понимание тех нагрузок, которые ты можешь терпеть. Ну и, конечно, физическая выносливость тоже возросла. До проекта я не могла делать ни отжимания, ни подтягивания, ни банальные приседания, ни становые. Я для себя открыла какие-то новые тренажеры, новые комплексы. И сравнительно с тем, что было раньше, сейчас я чувствую, что моя физическая подготовка намного лучше. Так как мы уже многому научились, мы берем больше вес, мы осваиваем новые упражнения, нарабатываем правильную технику с каждой тренировкой. И, конечно, когда мы пришли, мы все делали более неуклюже, более неуверенно и всегда ждали наставления тренера. То есть сейчас мы уже такие уверенные пришли, уже знаем, куда нам садиться, что нам делать, как приседать. Ребята, опять же, все молодцы, прогрессировали не только на уровне физическом, но еще и на ментальном, что очень важно. И очень интересно будет посмотреть на финал. Победить в кроссфите должен самый подготовленный, самый сильный, самый выносливый человек. А такой ли я человек, покажет финал. Люблю давно, с детства, но здесь получается это как симбиоз многих видов спорта. Здесь собрано со всех видов спорта по чуть-чуть. И получается, ты становишься намного выносливее и чувствуешь себя немного младше, чем тебе хочется. И это всегда присуще человеку. Совершенно разные постоянно комплексы, и ты постоянно не знаешь, чего ожидать в воскресенье. Ты приходишь, и страшно, но надо делать. И, потом очень, я, по крайней мере, очень довольна собой, когда заканчиваются такие воскресенья, и ты понимаешь, что ты проходишь дальше. Остались меньше, осталось 9 человек, мальчиков, девочек. Конечно, мы уделяем внимание тому, что будет на финале. Это было бы глупо не обращать на это внимание. Но делаем на порядок больше. То есть, мало ли, может быть, будут какие-то усложнения. А мы должны готовы быть ко всему. Поэтому делаем и сложнее, и то, что на финал, и многое другое, что развивает, опять-таки, ту же силу, выносливость, чтобы быть готовым ко всему. Я думаю, здесь все, кто остались, настроены все абсолютно, и шансы примерно у всех одинаковые. Конечно, у меня есть желание, и я думаю, возможность, буду стараться. Понятное дело, сейчас спроса больше, потому что времени уже прошло полтора месяца, и требует с тебя того, что уже научили, знают твои навыки с нуля, с первого дня, как ты пришел. Раньше мне было тяжело такие упражнения, как приседания. Я немножко занимался футболом и была крикатура. Сейчас мне это намного лучше получается. Я не прыгал на скакалке, двойные скакалки научился делать. Отжимания в стойке, на руках. Потягивания скиппингом. Раньше я потягивался просто. А сейчас начинали потягиваться скиппингом, баттерфляй. Никогда не работал со штангой. Научились делать трастеры, фронтальные седы. Успехи есть, конечно же. Научились отжимать стойки на руках.
То есть увеличились силовые показатели, увеличились. Ну, также плюс выносливость увеличилась. Есть, конечно, еще к чему стремиться и есть над чем работать. Как бы, ну, это процесс рабочий. Как бы. Естественно, улучшилась выносливость, сила появилась уже. Можно поднимать тяжелые веса, которые раньше казались вообще неподъемными. А потом, как бы, еще много гимнастических было упражнений, которые тоже до этого как бы не делали. Тяжело, конечно, но работаем, стараемся стремиться к лучшему. Если посмотреть лично мою периодичность, то в первом отборе я был 11-й, и дальше 10-й, 8-й, 5-й, и два последних я был 2-й. То есть прогресс налицо. Первый не был, но два последних был 2-м, поэтому я думаю, это прогресс. Ну, сейчас остались вот такие самые стойкие, самые сильные, я думаю, все, ну, достойны победы. Ну, а так, в принципе, нормально оценю свои силы, как бы, буду все делать для того, чтобы попасть в финал. Мотивирует, понимаете, меня мотивирует борьба с возрастом. Мне очень страшен процесс старения, вот, поэтому я немножко хочу это замедлить. Это мне очень помогает, я становлюсь выносливый, чувствую себя очень хорошо. Я вижу конкуренцию других залов, ну, и наших тоже, пацанов, они меня мотивируют стать еще лучше, еще быстрее, сильнее, выше. Пока что мы дружески друг к другу относимся, помогаем друг другу, у кого что-то не получается. В любом случае, у кого-то что-то лучше получается, определенное какое-то упражнение, у кого-то хуже. Поэтому мы друг другу помогаем, всячески поддерживаем, потому что это не только физически сложно, это морально сложно. Наверное, мы конкуренты, вот. Ну, все ребята очень хорошие, и мы, можно сказать, не то чтобы дружим, но общаемся совершенно нормально со всеми. Они все меня удивляют каждый раз. Один круче другого, поэтому в конце посмотрим. У всех шанс есть, у всех. Даже у кого да, сейчас ничего не получается, они, возможно, просто соберутся духом и сделают невероятный какой-то прорыв. Кроссфит сейчас очень популярный, у меня есть знакомые, этим занимаются, я посмотрела видео, это очень круто, и поэтому пришла именно сюда. Конечно, я не надеялась, что я стану такой, как все девочки по видео, настоящие спортсменки, профессиональные, но все-таки надеюсь на то, что хотя бы как-то я смогу себя поставить, там хотя бы на какую-то планочку к ним приблизиться. Успехи, наверное, я научилась отжиматься. Конечно, еще немного раз, но хотя бы что-то. По сравнению с тем, что я была, я вижу, как я выросла. Я стала гораздо увереннее. И, в принципе, у меня, когда появилось больше спортивного азарта, я понимаю, что еще многое мне надо все-таки подтягивать. И к многому еще стремиться. Я еще не добилась того, чего я хочу. В целом, выносливость, конечно, стала значительно выше. Поднабрали в плане физического развития, физической выносливости. Вот. Если учесть, что ребята пришли, большая часть вообще абсолютно не готовы к таким нагрузкам, то сейчас у них, они, так скажем, на уровне, на среднем уровне. Не скажу, что это атлеты там, профессионального класса, но прогресс налицо. У меня вообще все получается. Если учесть, что я до этого, примерно, полтора года вообще не тренировался, у меня была травма руки, там немножко оставил спорт, возвращаться было очень сложно, потому что ребята многие были уже подготовлены, до этого в спортзал ходили, там бегали, ну хоть как-то. Я, как офисный работник, до этого полтора года ничего не делал со своей физической подготовкой. Поэтому поначалу было очень сложно, а сейчас я уже держусь в середнячках в нашем клубе и довольно успешно выступаю и, главное, отлично себя чувствую. Конечно же, есть лидеры, есть, так скажем, люди, на которые в большей степени возлагаются надежды. Ну и
естественно, посмотрим, еще все равно будет все решать финальный какой-то комплекс, который будет даваться, то есть все будет по-честному. После отбора у нас осталось 5 человек. В принципе, остались только те, которые вот прямиком к победе. У них такая цель вот полностью, чтобы самовольно, ну нет. Ну, по каким-то обстоятельствам, у некоторых с работой там не получается, у некоторых вот, по каким-то семейным, вот они. Ну, не из-за того, что там лень победила или просто кончилась силовой. Первый месяц это был больше вводный тренинг. Сейчас у нас больше идет такое уже непосредственно комплексы мы работаем. По тренировкам изначально у нас было больше таких общих упражнений, потому что тренер не давал сразу работать с железом, не давал большую нагрузку, чтобы никто ничего не сорвал себе, чтобы главное, чтобы здоровье было хорошо со здоровьем у всех парней. Вот, у нас было больше динамики, больше каких-то упражнений, связанных с фитнесом, больше мы в фитнес-зале занимались. Сейчас мы делаем упор на работу с железом и увеличились нагрузки, соответственно, и стали более интенсивные комплексы. Я думаю, именно в нашем клубе конкуренция, она не сильно чувствуется. Я чувствовал конкуренцию в предыдущих отборах, чтобы попасть в эту пятерку. Да, поначалу было очень тяжело, потому что в десятку я прошел последним, а потом как-то люди начали сами немножко отпадать. Может, кто-то не выдержал нагрузки, не знаю. Поэтому атмосфера в коллективе очень хорошая. Ну, это такая здравая спортивная конкуренция, скорее всего. Все понимают, что они участники, но в то же время все с радостью могут подстраховать, помочь, подсказать, что ты делаешь не так. Поэтому это как чисто спортивная конкуренция. Вот когда мы только начали заниматься, сначала это была такая дружеская компания. После первого отбора, наверное, не только я, все девочки поняли, что мы пришли сюда не только для самих себя, а еще для соревнования, поэтому такое сразу началась оценка других. То есть ты смотришь, там, как кто делает. Мы сразу начали обсуждать, кто самый сильный, кто видно, что слабее. Поэтому, то есть, силы всех, наверное, каждая из нас изучила хорошо. В большей части они все равно остаются друзьями и друг друга поддерживают. Конкуренции нет. Нету такого, что там какие-то, может, косые взгляды друг на друга. Нет, они все друг друга поддерживают, даже когда они вот делают комплексы, такие промежуточные, проверочные. Все равно это командная работа. Захватываются все группы мышц, поверьте мне на слово, потому что изматывается очень сильно. Если хорошо стараться, если правильно все делать, то да, все вымотаны, все довольны, главное. На организм даешь ему новое упражнение, то ему надо какое-то время привыкнуть к этому. Ну а дальше, когда ты привыкаешь и тело понимает, что от него хотят, оно уже подчиняется воле и делает безукоризненно все, что от него требуют. Ну, я могу сказать по себе то, что вот ноги, я никогда так сильно не делал упор на ноги. Ну, и первые упражнения, которые мы делали, очень тяжело давались мне, именно на ноги. А сейчас, как бы, этот барьер разрушился, и, как бы, с легкостью, те же самые, там, на статику делали упражнения. Мне казалось, сначала это очень больно, очень, как, тяжело, потом мы перешли на более сложный уровень, но потом вспомнилось то, что это, оказывается, было так легко. Тут, получается, идет перебор каких-то барьеров, своих новых целей, новые планки. Первая тренировка вообще пришла, думаю, о, нормально, ну я вроде так тяну, думаю, о, нормально, хорошо. А вторая тренировка, уже хотя она была без утяжелителя, без гантелей, но было очень тяжело. То есть мы видели, что это за такой тяжелый спорт. Сейчас, конечно, тренировки стали еще жестче. Я даже не думала, что я смогу поднять там 40 килограмм. Для меня это вообще была страшная цифра. Сейчас мы это делаем, потому что это делать надо. Тренировки стали тяжелее. Но мы тоже стали сильнее. Однозначно для себя участвую. До финала я надеюсь дойти. Победить вряд ли, я реально расцениваю свои физические силы. Но я уверен, что мы будем болеть за нашего, скажем так, уже, наверное, друга, с которым мы тренируемся, одного из нас, парней, который имеет все шансы победить. Честно говоря, было бы интересно, что под клуба не один человек выходил, а командно как-то. То есть мы уже сдружились, коллектив какой-то сложился. И хотелось бы этим коллективом победить там у другого коллектива, скажем так. Сначала мотивировал, наверное, интерес просто, потому что я пришла. Потом мотивировала команда. У нас, в принципе, все дружные девочки. Конечно же, тренер, который всегда поддерживал, говорил, ты сможешь. Когда тренер это говорит, это там придает гораздо больше сил.
А сейчас, наверное, уже, может, возможно, дух соревнования. Не хочу быть самой слабой, наверное, как и все. Хочется быть хотя бы где-то там в начале. Главный девиз всего того, что здесь происходит, я смогу. Я переборю какие-то свои пределы, новые возможности открываются у человека. Так сказать, я как представитель более молодой категории, я как бы, ну, я хочу доказать то, что молодежь все-таки спортивная, то, что в своем лице, просто себе. Тут каждый доказывает, ну, что-то себе. Вот. Ну, поменялось в первую очередь, наверное, это количество участников, потому что в самом начале, да, вот был очень большой отбор, и я могу сказать, что для нашего клуба, я думаю, для каждого клуба было достаточно непросто определить, кто же останется в проекте. В целом могу сказать, по сравнению с прошлым проектом, ребята пришли уже намного, наверное, более мотивированы где-то в какой-то степени, потому что многие смотрели предыдущий проект. Те, кто хотел попасть конкретно к нам в клуб, да, они к нам попали, они видели нашу методику работы с людьми, они видели, что здесь будут не просто тренировки, здесь будет такая целая жизнь на протяжении 2,5 месяцев. И, соответственно, наверное, это их где-то подстегивало еще больше мотивировало. Отборы проходят, у нас проходят тренировочные комплексы, на основании которых проводят отборы. То есть лучшие отбираются дальше. Ну, у нас попалась такая команда, нас было 20 человек, около 20 человек. Все приблизительно в равных условиях. Ну, поначалу я себя позиционировал как бы похуже остальных. Мне казалось, я выйду в первую, во вторую неделю. Но так получилось, что первый отбор у нас был после 3 недель. Я как бы успел адаптироваться к нагрузкам, потому что мои прошлые нагрузки были вообще не такие, ну, на раз, на два повторения ориентированы. А тут мы работали на 20 повторений. Я как бы поначалу был слабый, но потом я уже поднялся чуть-чуть в рейтинге. И сейчас со своими друзьями, ну, мы как бы подружились, я нашел здесь много друзей, подружились и работаем примерно в одинаковом темпе. Ну и в кроссфите тут решает отрыв в минуту, в две максимум. То есть мы как бы идем на одном уровне, но опережаем на финальных упражнениях, уже там виден результат. Скажем так, те, которые были слабее, уже выбыли, я думаю. Вот, поэтому остались все ребята, ну, либо моего уровня, либо сильнее. Это покажет уже дело, ну, доля случая. За этот месяц много поменялось, например, в моей жизни. Вот, у меня поменялось отношение к своей жизни, к своему телу, питанию. Вот, увеличились физические, там, моральное состояние. Вот, в общем, все стало, скажем, гармонично в моей жизни. Ну, успехи как раз по скакалке для меня это вообще, что я смог не просто одинарные скакалки делать, а двойные. Вот это, ну, благодаря второму проекту, потому что скакалки у меня как-то дома не было, я не тренировал, а вот здесь за месяц уже даже научился двойные. Пришлось научиться, чтобы конкурировать с другими ребятами. Вот, поэтому это моя уже маленькая победа. Для себя есть вершины, да, какие-то планки ставятся еженедельно, там, на каждую тренировку, вот, они для себя преодолеваются. Скажем так, уходит ненужное из тела, приходит необходимое. Если это ребята с категории кроссфит, то они становятся мощнее, они становятся выносливее, у них растут определенные показатели по их силе, по их технике выполнения упражнений, и, соответственно, они готовятся уже к соревновательным моментам, да, к таким. Я понял, ну, сравнительно с тренажерным залом, я понял, что я сильно много себя жалел, вот в плане выносливости. Я делал там 5-6 повторений, то сейчас я понимаю, что 30 минут работы, это как бы тяжело, но это возможно, потому что все вокруг работают, и ты ни капельки не хуже, можешь выстоять эту же дистанцию наравне со всеми, а может и лучше. Мы работаем с весами, ну, более-менее небольшими, то есть среднестатистическому человеку они будут доступны, но даже неподготовленный человек может взять этот вес и поднять. Но поднять раз, а мы их поднимаем по 20, по 30 раз, но это как бы на суставы влияет, но не так сильно, как большие веса.
питание стало более рациональным, здоровым. Нет вредной пищи, жирной пищи нету. Вот. У нас по нашей категории много активности в наших тренировках, много углеводов нужно есть для энергии. Вот. Меньше сладкого, жиров, вот. Много белка. Организм справляется с тренировками, растет. Ну, питание в любом случае важно для любых тренировок. Ну, я даже не то, что связано с кроссфитом или не с кроссфитом, я вообще просто для себя решил немножко изменить образ питания и потихоньку пытаюсь перейти на вегетарианство. Вот я все-таки думаю, что это для организма человека полезно, но я пока что только на начальных стадиях перехода. Родные замечают изменения, это очень приятно, они об этом говорят. Вот. И в семье тоже положительные моменты, семья тоже правильно питается вместе со мной. Ну, сразу как-то, когда сказал, что попал в проект, относились, ну, нейтрально, скажем, не позитивно, не негативно. Но сейчас, когда я говорю, вот уже прошло там 2 месяца, что это харьковские областные соревнования, то как-то вот у меня папа за границей, он часто мне звонит, ну как ты, прошел там, ну приятно, что волнуется, там интересно. Но сейчас уже более позитивно относится, поддерживает. Если второй проект, он это более был, ну, я бы сказал, да, наверное, легкий, ну, для меня, то есть не так тяжело было, то здесь я с первых дней борюсь за место в этом проекте, потому что ребята уже все подготовленные пришли, уже, ну, крепкие, поэтому конкуренция усилилась. Сложности. Вот. И хочу еще отметить, что в прошлом проекте в клубе не было, ну, мероприятий вот этих социальных, то есть психологических не было собраний, то есть нас не так сильно поддерживали. Здесь это на постоянной основе построено, вот, что это тоже вносит свои хорошие, как бы, плоды для развития самого себя. Ребята стали на порядок мощнее и заряженнее, то есть они стали энергетичнее. Все мы прекрасно знаем, да, и что здоровый образ жизни – это здорово, что спорт, он дает энергию, он заряжает. Вот, я думаю, что этот проект – это тоже такой классный показатель, где можно посмотреть, как человек меняется с первого дня и дальше. Ну, как-то я по жизни более такой пессимист, ну, стал немного оптимистом. Тренировки такие в позитивном фоне настраивают положительно, ну, направляет к положительному отношению к жизни. Настроен на победу, но все равно ощущение соревнования и, скажем так, вот, все равно не присутствует. Настроен я, конечно, на выход в финал и на победу. Моя ошибка была в прошлом сезоне, что я на скакалке не умел прыгать, и это был камень преткновения, что я не смог выйти в финал. На этот раз я двойные уже скакалки делаю, то есть не просто одинарные, уже двойные. Вот поэтому я развиваюсь и надеюсь, что, ну, выйду в финал. В категории дзюдо ребята долгое время учились преодолевать свой страх перед падением, но важнее всего было делать это правильно. Также немаловажно на первых этапах доверять своему партнеру. Сейчас они учатся правильно делать захваты и уже имеют не один пояс. Впереди их ждет еще больше испытаний, они еще не раз поменяют цвет своего пояса, ну и, конечно, не каждый сможет дойти до конца. Дзюдо – это интересно, то есть, ну, интересно саморазвиваться, познавать новое. Это новое искусство японское, которое зародилось там в 19 веке или в каком. Вот, и это интересно познавать. Дзюдо – это еще мягкий путь, то есть это не только борьба, а еще и философия как таковая японская. Поэтому борьба с самим собой. Участников записало всего 40 человек. Сначала 10 девушек и 30 мальчиков. А сейчас осталось участников примерно 25. Есть такие участники, которые просто не пришли. Есть такие пару участников, которые из-за работы у них не получается. Они предупреждали, что, допустим, неделю ходить не буду. Но из-за этого он не сможет догнать нашу систему. Но мы предложили просто ходить для себя.
ну, пояс он уже заработать не сможет, сдать. А пока только первая аттестация прошла, и у нас только вот белые поясы. Здесь представитель Федерации дзюдо, он говорил конкретно, какие упражнения мы должны делать, и мы их показывали. Вот, ну, как бы мы их все умели делать, но поскольку это все равно было так сильно официально, то было немножко страшновато. Мы там должны были показать, как мы умеем безопасно падать, поэтому сейчас это не страшно, но вначале, да, было очень страшно. Еще будет три сдачи. Желтый пояс, оранжевый и последний зеленый. В следующую сдачу будет входить 5 бросков и все виды удержания. Будет сдавать броски, два вида подсечек. Бросок через бедро, бросок через плечо, задняя подножка и отхват. И самым сложным, наверное, было войти в ритм, чтобы делать. Сначала у нас была акробатика, и вот набить все вот эти шишки, сделать там правильные уходы и так далее. А теперь уже по накатанной более проще идет. Некоторые, допустим, боялись сначала делать самостраховку, на грудь опускаться. У них паника была, руки опускать, что ударятся. И сейчас все делают, помогали всем побороть свой страх внутренний. И сейчас все хорошо делают, все стараются. Много кто говорил, я не могу, и в итоге потом через 5 минут это делали. Покажешь, они думают, что страшно, что это невозможно. Объяснили как, они уже через полчаса все делают. Мы научились делать подножки, научились делать броски через бедро, через плечо и так далее. Научились делать захваты, уходы от захватов и так далее. Очень интересно. Ну, вообще в финале нам обещали как финальная битва, то есть, ну, по категориям весовым нам разбить и типа, чтобы более эффектно было, ну, мы строим показательные поединки. Будем показывать уже технические элементы, то есть, ну, броски, удержания, подсечки всевозможные, подхваты. Ну, более серьезные по сравнению с белым поясом, ну, технический уровень. То есть тренер нас хорошо подготовил, должно все пройти хорошо, как по маслу. Я ожидаю, потому что мне уже хочется попробовать себя и узнать точно, сдам я или нет. Коллектив очень дружный, они все сдружились. Иногда собираются после тренировки куда-то вместе сходить. Нет, тренер тоже, скорее всего, как друг, потому что у нас, ну, коллектив такой вот дружеский, все друг друга помогают, как бы стараются поддержать. Если что-то не получается, ну, всем коллективам помогаем, объясняем там, ну, совместно пробуем, падаем, встаем, пробуем еще раз. Все тренируются, все дают друг другу отрабатывать, и если у кого-то что-то не получается, даже помогают. Говорят, вот ты здесь сделал не так, и лучше сделать вот. С девушками тяжелее работать, да. Ну, в данном случае девушки даже намного быстрее все понимают и делают. Быстрее, чем парни. Парни некоторые не понимают, что там боятся. Девушки боятся, но их заставляют, что они потом делают. Девушке нужно это для улицы, знаете, может кто-то нападет и все. И если она будет с девушкой отрабатывать, это не то, потому что разные весовые категории. И здесь я больше даю ей отрабатывать, потому что мне интереснее тоже с парнем отрабатывать, и потому что это больше сопротивления, больше сил надо прикладывать и больше научишься. На соревнованиях парни с девушками не борются, отдельно девушки, отдельно парни. На тренировке, допустим, если маленький возраст, лет 9-10, девушки развиваются быстрее или там младше. Они даже многие сильнее парней, поэтому их уже потом не ставят. Их ставят в маленьком возрасте с парнями, а потом не ставят, потому что чтобы на психику не влияло мальчиков. Ну, успехи у них есть большие. Они сначала даже не умели падать и кувыркаться. Сейчас они кувыркаются, уже начали перешли к броскам, отрабатывать броски. Раньше они не могли сделать ни бросок, ни ворот. Сейчас уже очень большой успех. За такой короткий период времени они очень хорошо себя ведут. Изменения, конечно, есть. Я чувствую, что я саморазвитие происходит. Как бы. То есть я не стою на месте, постоянно изучаем что-то новое. Конечно, это меняет. И в лучшую сторону.
Ну, во-первых, у меня улучшилось самочувствие, как бы вот физическая подготовка стала лучше. Здесь мы учимся новым приемам. Теперь не так страшно ходить по улицам. Вот, и как бы больше самоуверенности. Здесь же воспитывают не только физически, но еще и ментально, поэтому, конечно, изменяется отношение к людям, к разным ситуациям. И, ну, вообще чувствуешь себя немножко по-другому. Хочется каждый день развиваться, и потому что, ну, не знаешь, когда ты умрешь, что, и хочется знать, что ты прожил не зря и сделал все, что в твоих силах. Нас ждет много слез, травм, разочарований. Кто-то вынужден будет покинуть проект, а у кого-то появится второй шанс. С каждым днем конкуренция возрастает, ведь победитель должен быть один. Совсем скоро мы узнаем имена полуфиналистов.